Привет. Мы добрались до крайней точки. А кто вот это мы? Выехали к горам. Ну, я и Олежка. Вот. Что ты сделала только что? Мы добрались до крайней точки. До крайней точки гор. Городочек называется Обертраун. Там он восхождение идет на вершину, на Дахштейн. Известное место, все борды вели сюда, вдоль дороги, по которой мы ехали. Сейчас в воздухе очень влажно, прошла гроза. Видите, как поднимаются облака. Тут очень красиво, свежо. Вот интересная детская площадка. В общем, тут есть чем заниматься в свободное время. Нужно приезжать сюда на отдых почаще. Да, здесь очень-очень хорошо и красиво. Очень похоже на Норвегию. Очень, ну как две капли воды. Даже лавочка. Вы же видели, как две капли воды падают? Вот и Норвегия похожа. Здесь так, мы едем туда дальше. По кругу, объедем озеро и спать. Да, Нитка? Да. It's very, very, very good. Людей мало, понедельник, из-за этого и туристов всех мало здесь. Вон там лебедь.